Шутки в сторону. Два Type-C этому господину. Быстро, информативно. Топ X73 от Topon. Емкий пауэрбанк для путешествий и длительных поездок. С его помощью можно обеспечить питанием небольшие бытовые устройства, наружное освещение, средства навигации и связи, быстро зарядить ноутбук, смартфон и прочие гаджеты. Top X73 – это модифицированная версия знаменитого Top X72, те же 72 тысячи мАч часов в прочном прорезиненном корпусе, авторозетка на 180 Вт и мощный фонарь на 200 люмен с режимом аварийного света. Изменилась панель разъемов и плата управления, а также появился модуль беспроводной зарядки. Но все по порядку. 33-ваттный USB Type-C с функциями быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge а также универсальным протоколом быстрой зарядки PPS, который способен самостоятельно определить наиболее эффективный и безопасный способ зарядки устройства. Умный порт USB мощностью до 22,5 Вт, который подойдет для смартфонов с собственными протоколами быстрой зарядки, например, Apple, Samsung, Huawei, OnePlus, Vivo и других. Мощный двухсторонний USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 60 Вт на вход и выход можно заряжать маки и другие ноутбуки. Ну и сам аккумулятор. DC-порт на 72 Вт для питания и зарядки техники в диапазоне от 12 до 24 Вольт. Например, ноутбуки, проекторы или медицинское оборудование. Благодаря 28 сменным коннекторам из комплекта к DC-порту можно подключать самые разнообразные устройства. Аналогично порту Type-C он работает на вход и выход. Авторозетка выдает 180 Вт при 12 Вольтах, как и бортовая сеть автомобиля. Можно подключать холодильники, насосы, автоадаптеры и преобразователи переменного тока. Все разъемы снабжены резиновыми заглушками для надежной защиты от неблагоприятных условий. А специальные ставки по бокам корпуса делают топ X-73 более устойчивым на различных поверхностях. Также на корпусе расположены индикаторы уровня заряда и режима работы DC-порта, кнопки включения и выбора напряжения и индикаторы работы модуля беспроводной зарядки. Сам модуль беспроводной зарядки для удобства расположен посередине корпуса. Работает по стандарту ЦИ и выдает 10 Вт. Очень удобно для подзарядки смартфонов без парковки на проводах. Мощный светодиодный фонарь на 200 люмен состоит из 16 светодиодов. Имеет регулировку яркости и режим аварийного света. Включается фонарь двойным нажатием на кнопку включения, а последующее нажатие меняет яркость. Фонарь пригодится для безопасного перехода в вечернее время или комфортного освещения стоянки, а также во время ремонта автомобиля, велосипеда или лодки. Режим аварийного света включается длительным нажатием. Будет полезен в качестве предупредительной подсветки на трассе, как маяк на берегу или ориентиру палатки. Зарядить топ X73 можно любым устройством, поддерживающим технологию Power Delivery через USB Type-C. Через DC-разъем от блока питания из комплекта на 40 Вт или любого другого источника питания с напряжением от 18 до 24 вольт. Бортовая розетка автомобиля и солнечная панель также подойдут. Время зарядки топ x 73 от блока питания мощностью 40 Вт около 7 часов. В комплекте прочный ионовый чехол с карманом и резиновой вставкой для крепления к ремню или карабину. Внешний аккумулятор топ x 73 Универсальный, мощный и современный. Пауэрбанк для путешествий с высокотехнологичными гаджетами.